Дорогие друзья, хотела еще вам коротко рассказать, почему же я выбираю ЛР, да? Ну, во-первых, это, конечно, качество, да? Качество самого сырья, так как алоэ вера – это очень-очень ценный продукт, и ЛР выращивает свое алоэ вера в Мексике, в чистых, так сказать, местах, да, в экологически чистом месте, потому что алоэ вера требует действительно очень высококачественного выращивания и обработки, да, и ЛР соблюдает эти все качества, да, все требования, так как качество ЛР подтверждено очень высокими институтами в Германии. То есть первый аспект, почему я выбираю, это качество. Во-вторых, да, алоэ вера — это очень понятный продукт. Это понятно, из чего сделано, да? Что алоэ вера, во-первых, оно, ну, очень ценное растение. Я даже не знаю, ценнее растение, чем алоэ вера. В нем находится 150, а некоторые и ученые находят 200 микроэлементов, да? Это просто, ну, уникальное по своим свойствам растение, да? Еще плюс, если оно выращивается и обрабатывается, действительно соблюдая все технологические, да, все санитарные нормы, то это, конечно же, большой плюс. И как раз-таки в ЛР это все соблюдается. Да, но и что я могу еще добавить, что в ЛР, да, качество, оно не только в алоэ вера соблюдается, да, начиная от упаковки и до самого продукта. И ЛР, да, уделяет качеству буквально, ну, каждому продукту, да, что наши БАДы, что крема, да, что гаджеты, все. Ну вот реально, я уже очень много чего попробовала, и все, действительно, стандарты качества у ЛР выдерживаются в каждом продукте, да, поэтому я пользуюсь сама, и я рекомендую другим людям, потому что я реально верю и доверяю ЛР, и у ЛР есть все, да, доказательства тому, что у нас хорошая продукция, да, все сертификаты высокого качества. И самое главное, что ЛР получает сертификат качества Фрезениус. Этот институт выдает мало кому свои сертификаты, только тем фирмам, у которых действительно очень высокое качество.